как в мавзолее. Хм. Значит, мы на верном пути. Иона, я что-то чувствую. Мы уже близко. Давай поищем следы Логоса. Эти заметки оставил основатель Ордена Семерых. Речь о средствах, выделенных на ремонт библиотеки. И под крыльями его найдешь ты убежище. Под крыльями его. И под крыльями его найдешь ты убежище. Цапля и затмение. Tardaremos eternidades. ¿Cuánto? Un paso a la vez. Un día a la vez. Другие боятся, что братья Делакрус и Сирана не вернутся. До сих пор мне казалось, что это не так. Ведь они всегда возвращались. Но в глубине души я начинаю подозревать, что больше мы их не увидим. И мысль об этом сильно печалит меня. Мы продолжим их дело. Либо они вернутся и увидят, что мы не забыли их учение, либо они посмотрят на нас с небес и благословят наш труд. Этот крест, похоже, он сделан в 17 веке. Его оставил Лопес? В этой книге описано прибытие некоего чужестранца. Он основал Орден Семерых. Может, это был Лопес? Если верить брошюре, мы уже близко. Продолжаем искать. Грубый набросок, на котором святой Иоанн отбивает атаку демона. Возможно, они собирались нарисовать такую фреску в здании миссии. В один из дней из джунглей пришел брат Делакрус. Он вдохнул новую жизнь в нашу миссию. Когда он прибыл, нас оставалось только трое. А сестра Доротея уже много недель болела. Он и его спутник сразу же принялись за работу. К началу следующей недели Делакрус нанял 3 дюжины работников. Они починили колокольни, вспахали и засеяли поля. Брат Делакрус хочет сделать нас самодостаточными. Мы так долго пробыли здесь в одиночестве, что я начинаю бояться, не потеряли ли мы связь с Богом. Но смотрите, у нас не просто есть связь с Богом, но он еще и прислал того, кто станет его руками».
Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Те две цитаты из Библии. Солнце померкнет, и под крыльями его найдешь ты убежище. Что это означает? Цапля и затмение. Точно. Ищи цаплю и затмение. Тут спрятана целая фреска. Вера Круз. Истинный крест. Это то, о чем я думаю? Серебряный ларец. Ни с чем не спутать. Иисус берет крест на плечи. Стояние крестного пути. Но почему не все? До 17 века их было 7. Это фреска времен Лопеса. Новая подсказка. Да, это как раз в его духе. Ладно, где-то здесь должен быть крест. Давай поищем. Когда мы найдем ларец, как забрать ключи до Мендеса? Придумаем. Нашла что? Да. Иисус берет крест на плечи. Помоги поднять. Высота не маленькая. Давай спускаться. Состояние второе. Иисус падает в первый раз. Нужно подвинуть тележку, чтобы направить луч на дверь. Алпулатая дом лучим хабитис. Ступай, покуда с тобой свет. Нужно подвинуть тележку, чтобы направить луч на дверь. Сработало. Вот так вот похоронят тебя тут, а голову зашвырнут куда-нибудь за крест. Ступай, покуда с тобой свет, дабы не объяла тебя тьма. Как будто подсказка. Или угроза. Похоже на Деву Марию. Стояние третье. Иисус встречает мать. Зеркало, я тебя подсажу. Сработало. Луч указывает сюда. Что с ними случилось? Видимо, свет что-то активировал. Лора! Ты цела? Повезло, что она проржавела. Это четвертое стояние. Да. Давай взглянем на эти фрески. Нужно направить луч света на фреску с Вероникой.
Это был не просто склеп. Сейчас. Состояние пятое. Иисус падает во второй раз. Лара, я ведь не ошибся. Опять стояние крестного пути? Но с мумиями. Разве это не богохульство? Не обязательно. Они могли таким образом высказывать свое почтение. Или они чокнулись. Наверное, это шестое стояние. Нужно направить левый луч на сцену распятия. Похоже на церковь. А это, кажется, монахи. Значит, вот и собрался сцену распятия и сотрудники. Какое святотатство. Думаю, это было место богослужения какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, ясно из брошюры. Угу. Какой первый этап распятия? Не знаю. Может, в брошюре есть? Я рад, что я был. Нужно направить, затем римляне вбили гвозди. Это надпись. Не бойся тех, кто может убить тело, но не душу. Это к нам. Нужно направить. Не дай Лопусу одурачить себя. Они несут его. За работу. Нужно направить левый луч на сцену распятия. Похоже на церковь. Нужно направить левый луч... Угу. Думаю, она отирает ему лицо. Они поднимают его. Они несут его. Так значит, Лопес собрал сцену распятия из мумии? Какое святотатство? Думаю, это было место богослужения какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, ясно из брошюры. Угу. Ах, какая мерзость. Я рад, что не был тут с Лопесом. Это надпись. Больше тех, кто может убить. Нужно направить левый луч на сцену распятия. Похоже на церковь, а это, кажется, монахи. Угу. Так, значит, Лопес собрал сцену распятия из мумий? Какое святотатство. Думаю, это было место богослужения какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, ясно из брошюры. Угу. Ох, какая мерзость. Я рад, что не был тут сражаться. Он несет крест. Кажется, он берет крест. Это надо. Иисуса пригвождают к кресту. Тело, но не душу. Это к нам обращение? Не дай Лопусу одурачить себя. От него и так одни беды. Хорошо. За работу.
Да что тут произошло? Лопес приказал себя замуровать, а потом... Бах. Никаких свидетелей. Ларец из Чили. Только руки праведника могут забрать судьбу из моих рук. Но это про тебя. Он послал нас по ложному следу. Испортил все подсказки. Чтоб сберечь ларец от Тринити? И от народа Пайтити. Он был одержим этой целью. Где она? Не знаю. Мне нужен ларец. Пошел ты! Разговор окончен. Амару! Стоп! Не трожь его! Отпусти его, и я отдам тебе ларец. Лара, что ты делаешь? С меня довольно потерь. Несомненно. Твой отец был гением. Я лишилась его, не успев узнать. Мы с ним дружили. Но он был буквально одержим. Ты его не знал! Он не признал, что его работа может обернуться трагедией. Мне пришлось вмешаться! Ты его убил.
Он хотел рассказать всем о Пайтите. Все, что я люблю, все, что защищаю, мой мир был бы разрушен. А как же мой мир? Да брось, Лара. Это же несопоставимо. Еще как! Для маленького ребенка мне было 9! Слишком много было на кону! Целая цивилизация! Сотни лет независимости! Тысячи жизней! Выбора не было! Всегда есть выбор! Еще не поздно. Почти память Унурату и возроди солнце. Нет. Угрозу нужно устранить. Ты просто эгоистичный, трусливый убийца. А ты, Лара? Скольких ты убила? И для чего все это? Беги, Лара! Взять его! Всем постам, это командир Рур. Иона Маява, тупица, друг Кроп. Оружие на изготовку, стрелять на поражение. Что за черт? Это Рур? Вот только что пробежал? Пробежал? Да. Окликнуть его? Не надо. Если что-то изменится, он нам скажет. У Ионы Маявы. Лару Крофт видели в церкви. Найти их! Они оставили ее одну в церкви? Там был полный бардак. Разумеется. Но это... В чем дело? Твою мать! Нереально. Больше я не унесу. Иона, где ты? Я на тростниковом поле. Меня не видят. Не высовывайся. Я уже иду.
задача номер один. Найти Лару Крофт. Вы слышали, командира? Вперед, на охоту! Крофт, я знаю, что ты здесь. Надо было убить тебя еще в Сибири, но Домингес не позволил. Виноват. Но пришла пора исправить это недоразумение. Мне нужна позиция полоса! Сейчас ты у меня забежишь! В порядке? Ничего, нормально. Ладно. Иона! Боже. Готов? О, да. Порядок, я сам. И о чем ты только думал? У тебя получилось бы. Надо их догнать. Давай. Да, мы сами. Ван-пак, ван-пак, ван-пак.
Одна попытка. Далеко еще? Да пойдите. Почти прибыли. Прости, что ларец увели. Это не твоя вина. Это все Домингесета, Тринити. Всю мою жизнь, с самого детства, все беды от них. У меня могла быть семья. Все могло быть по-другому. Мы найдем ларец и остановим Домингеса. Мы пришли. Лара! Где ларец? Он у Амару. Смерть солнца все ближе и ближе. Мы вернем его до завершения ритуала. Это будет трудно. Придется поменять план. Прошу, подготовься как следует. Мы разведаем и соберем бойцов. Спасибо. Я останусь тут и помогу Учу. Если понадоблюсь, зови. Хорошо. Лара, рад тебя снова видеть. И я тебя учу. Как идет подготовка к коронации Эцли? Увы, плохо. Вскоре после того, как ты покинула Пайтити, охотники нашли тело Зана в джунглях. Зан? Он из тех, кого ты отправил? Да, я отправил его за луком победителя. Лара, не хочу тебя просить, но... Но могу ли я достать лук победителя? Это большая просьба. Этот предмет сложнее всего найти. Зан был одним из лучших. Можно спросить, что в этом луке особенного? Предки вождя Унурату вырезали его из первой сейбы, которая выросла в диких джунглях. Его передают из поколения в поколение. Унурату вручила его Сайри, отцу Эцли, в день их свадьбы. Он символизирует единство двух семей, но много лет назад он пропал, его забрал Нагваль. Нагваль?
Это кто-то, кто умеет превращаться в животное, верно? Да. Он рыщет в джунглях за городом. Лук так понравился ему, что он обманом забрал его у Сари. Эцли — истинный владелец лука победителя. Без него ему не стать царем. Хорошо. Куда идти? Спасибо. Вход находится прямо на другой стороне, вверх по берегу реки. Не волнуйся, я постараюсь найти лук. Время не прошло всего ничего.